Итак, всем привет, друзья! Сейчас я нахожусь около телебашни в Дюссельдорфе. И привела я вас сюда для того, чтобы показать вот эти интересные здания. Они находятся именно здесь, недалеко от башни. Это известное здание, про которое я вам до этого говорила, сделано вот в этом интересном стиле, очень современный такой модерный стиль, я не знаю, как его называют. Это Гехри, по-моему, так называется, архитектор, дизайнер этих зданий. И вот они очень известны здесь, в Дюссельдорфе, это одна из достопримечательностей. Я решила сюда, конечно же, прийти и показать, ну, сама посмотреть, вам показать эти уникальные сооружения. Вот они таких, видите, как нестандартные формы, кривые. Но очень интересно посмотреть необычные формы. Особенно вот эта зданица посередине мне нравится, потому что оно блестит. Я очень люблю, когда все что-то блестящее блестит. Вот. Но мне больше всего нравится это здание. Ну, вот это белое слева тоже интересное такое. Ну, не знаю, что вдохновило этого дизайнера соорудить такие интересные здания, необычные для Германии. Да, это такая непростая архитектура. Но, наверное, решил как-то так, чтобы было интересно. То есть не только классика, но и такой модерн. Наверное, это здание как волна, что ли, я не знаю, похоже. Ну, а это коричневое, я не знаю, это как бы не особо мне нравится цвет, наверное. Этот белый более интересный цвет. Это порт, район порта. Видим здесь такой небольшой портик. Вот это видно здесь еще другие здания, уже такие тоже более современные. Ну, а с этой стороны у нас река протекает, и там начинается набережная, то есть отсюда можно дойти до старого города и обратно. Где-то это минут 20, наверное, меня заняло, так не сильно быстро, не сильно медленно, скажем так, средненько, средним шагом. Также здесь можно наблюдать башню, вот ее поближе можно рассмотреть, это телевизионная башня, вроде как там должен быть ресторан, красивый вид открывается на Дюссельдорф. Ну вот и все. Такой уголок хотела вам показать. Интересный, на мой взгляд. Надеюсь, вам понравилось. Ну все, всем пока.